каждый мужчина хочет для своей семьи самое лучшее. Вкусные и полезные блюда на вашем столе – это свежие, правильно подобранные и обработанные продукты. Традиционно в пище крымских татар преобладало мясо. Алем поможет вам правильно определить, каким должно быть мясо, соответствующее стандартам халяль. Каждое утро мы тщательно проверяем и отбираем у наших поставщиков только самую свежую и самую лучшую говядину, баранину и птицу. Далее следует самый ответственный момент. В мясном цеху происходит первичная обработка сырья, так чтобы сохранить все вкусовые качества мясных продуктов. Алем – это всегда свежее мясо, мясные полуфабрикаты и деликатесы. Наши квалифицированные специалисты по особым рецептам приготовят маринованные кебабы, стейки, рулеты для запекания, фирменные колбасы, чтобы порадовать вас, ваших гостей и близких. В нашем деле нет мелочей. Процесс первичной обработки мяса – это не только высокая точность и автоматизация процессов, но и чистота рабочего места и аккуратность персонала. Все эти факторы позволяют нам добиться отменного качества мясных продуктов. Вы можете быть абсолютно уверены не только в свежести и качестве покупаемого мяса, но и в честности и открытости нашего персонала с нашими покупателями.